болячка 2020 года все-таки не обошла нас стороной. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать здоровья, это самое главное. А когда будет здоровье, тогда будут у нас и ровные дороги, и все остальное. Ну а если планы у нас получатся, то тогда смотрите. И оно не нарушит наши планы, которые будут в следующем году. А планы у нас будут. Думаю, что все будет хорошо.